Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM. 13.07 в Кирове на 101FM, программа «Особое мнение». Меня зовут Юлия Афанасьева, и напротив меня Николай Голиков, который уже, собственно, начал высказывать свое особое мнение. Николай, добрый день. Добрый день, Юля. Добрый день, уважаемые слушатели. Всем добрый день и всем приятного аппетита. Главный редактор журнала «Товар, деньги, товар» не представила. Напомню вначале, где нас можно смотреть и слушать. На сайте echokirova.ru есть ссылка на онлайн-аудио или видеотрансляцию. Там можно смотреть и задавать свои вопросы нашим спикерам. Также можно на нашем сайте в разделе «Задать вопрос». Ну что же, Николай, сегодня темы как будто специально для вас подобрались, потому что одна политика у меня на повестке. А почему аресты? Вы решили, что у меня одна политика на уме, а наоборот, вот мы сейчас перед эфиром говорили о том, что наступила наконец-таки весна, сегодня настоящий весенний воздух, сегодня капель, сегодня птицы по-другому запели. Она наступила, Юль. А вы опять про политику. Ну, что ж такое-то? Ну, весна, конечно, это хорошо, но говорить мы с вами все равно будем по минувшим событиям. Вы же понимаете, что я из студии не убегу. Я понимаю, что уже никуда вы отсюда не денетесь. Ну, давайте начнем с федеральных тем и с наших соседей. Удмуртии арестовали главу республики Александра Соловьева, которого подозревают в получении взятки 139 миллионов рублей. Он уже четвертый арестованный губернатор. А ждете ли вы продолжения арестов? Я не жду продолжения арестов, потому что как бы это не самая обязательная процедура. Я думаю, что рано или поздно воспитательный эффект от четырех предыдущих арестов уже скажется, и как бы до этого доходить не будет. То есть сам по себе арест – это ведь не самоцель, да? Ну, это просто для кого-то сделано, чтобы дать определенный сигнал, что, ребята, вот не надо больше этого делать. Другой вопрос – что делать, да? То есть я вижу как картинку. Пока у нас все было хорошо с бюджетом, да, пока у нас была дорогая нефть в мире, пирамида выстраивалась так. То есть деньги из федерального бюджета, бюджетные деньги опускались вниз, а потом в чемоданах возвращались обратно, уже будучи не бюджетными, а частными деньгами. То есть эта пирамида работала прекрасно, и так как бюджет все время пополнялся за счет валютных, скажем так, влияний, то все было нормально, всех устраивало. И в то время как бы вот арестов губернаторов не было, потому что все работали в одной системе, в одних правилах, все было нормально. Сейчас денег стало меньше. И число получателей вот этих вот обратно движущихся денег, соответственно, пришлось сокращать. Да? То есть уже слишком много людей участвуют для слишком маленького бюджета. И поэтому сигнал такой, что губернаторов этого списка исключили. То есть губернаторам теперь от федеральных денег ничего не положено. Ну, хорошо. А те губернаторы, которые этого еще не поняли, вот они оказываются постепенно один за другим в Лефортове. У губернаторов сейчас источник указан другой. Каждая область должна зарабатывать деньги сама. Поэтому, уважаемые губернаторы, доите свой собственный бизнес в регионах, а федеральные деньги больше не троньте. Вашей доли больше там нет. Ну, хорошо, вот сигнал губернаторам, да, а их обязательно для этого там повязывать и арестовывать? Ну, почему-то до этого система своих прощала. До этого были деньги, чтобы своих прощать. А сейчас денег уже не хватает. Пирог-то все меньше и меньше, а едоков-то осталось число прежнее. Вот. Те губернаторы, которые подумали, что еще успеют на этот поезд, вот их четверо последних, да, они уже не успели. Если кто-то еще думает, что успеет отхватить свой кусочек, его, возможно, тоже арестуют. Я не жду следующих арестов. Я думаю, что наконец-то сигнал подан достаточно понятный. Ну, слушайте, а вот эксперты говорят, что не последний. Не хочу я, конечно, вслух называть. Но, в общем, хорошо, Маркелов. На то и эксперты. Но Маркелов, он, по-моему, просто уйдет. Он просто уйдет без всяких арестов, потому что как бы уже довольно-таки все понятно, ну, по состоянию здоровья, может быть, или по переходу на другую работу.
Но если человек играет честно по правилам, если им недовольна вся республика, это другой вопрос. Но если он играет честно по правилам вертикали, а ведь это вещи не связанные, понимаешь? Ведь никто же не говорит, что губернатором должно быть довольно население. Нет таких требований к губернаторам. Губернатором должно быть довольно московское начальство. Так ведь? Вот это главный показатель. И в этом плане Маркелов, он вызывает неудовольствие у местных элит, у местного населения, но он вполне устраивает столицу. Поэтому я думаю, что он красиво перейдет просто на другую работу. Его не надо вовсе арестовывать. Он играет честно по правилам. В нужный момент он прекратит делать то, что нельзя. Вот и все. А я вот про сигнал еще, Николай, у вас хотела уточнить. То есть вы не считаете, что это сигнал там, ребята, неприкасаемых больше нет, ребята, хватит воровать. Ну что значит неприкасаемых? Я имею в виду, я сразу сказал, что вот определенная категория людей, в данном случае это 85 наших губернаторов, они исключены из списка получателей вот этих вот неформальных материальных благ. Вот и все. Сигнал очень понятный, сигнал адресован конкретно вот этой группе людей. Вот. Те, кто находится выше, насколько ты могла заметить, пока живут спокойно. Ну, хорошо. Ну? А вот прокомментируйте, пожалуйста, знаете, еще какой момент? Четверо арестованных губернаторов, да, взять хоть нашего Никиту Юрича. Достаточно давно он уже находится под арестом, срок ареста каждый раз ему продляют, но... При этом следствие еще идет долго. Следствие закончено по Никите Юрьевичу Белых. Дело сейчас идет на ознакомление у его адвокатов, насколько я знаю. Объявили о завершении следствия по делу Белых. Это уже сообщение прошло 2 или 3 дня назад. Ну хорошо, вот то, что следствие так долго шло, это не странно или это недолго? Вот, Юль, давайте вспомним просто дела, связанные не с губернаторами, например. Ну, тут такое вполне резонансное для Кировской области дело. Помнишь, когда был под арестом находился Олег Юрьевич Березин? Ну, я так и знала, что вы об этом скажете. Оно длилось тоже довольно-таки долго. Очень многие сложные дела длятся долго. В этом нет ничего необычного, потому что если дело, тем более связанное с экономическими вещами, где нужно очень большую аналитическую работу проводить, очень много бумаг поднимать, много экспертиз проводить, ничего удивительного в этом нет. Вот. Поэтому, тем более, если брать такие дела, как дело Гайзера, которое очень запутанное дело, вот судя по тому, что нам известно, где на самом деле очень много эпизодов, и каждому эпизоду нужно дать оценку, и эта оценка должна еще устоять в суде к тому же, то есть... Тут как раз вполне нормально, правосудие торопиться не должно. Если все очевидно, там, условно говоря, никто Никите Юрьевичу не велел, извините за выражение, сразу во всем сознаться, и его дело бы уже было рассмотрено в суде, и он бы уже, ну, либо отбывал бы наказание, если бы суд его там ему определил, ну, либо был бы уже на свободе. Но так как он свою вину отрицает, то следствие идет в полном объеме. Вот знаете, наши с вами коллеги из издания «Коммерсант» подняли историю уголовных дел на губернаторов разных лет и разных регионов. И вот получается, что первый обвинительный приговор с реальным сроком был вынесен в 2011 году. До этого было много дел, но губернаторам либо давали условные сроки, либо оправдывали. Впервые посадили главу Тульской области Вячеслава Дудку за взятку в 40 миллионов рублей. Как раз в 2011 году это было. Это, то есть, вот сигнал с тех пор подают? Ну, вот как раз где-то 2011 год, 2012 год, когда уже стало ясно, что денег много не будет, стали подавать такие сигналы, что число потребителей у нас должно быть сокращено. То есть шел он сколько? 5 лет? В смысле, что шло? Сигнал. Нет, он до сих пор идет, С 2011 года до 2016? Он до сих пор потихонечку идет. Но если сначала был один Дудка, то сейчас их становится чуть-чуть больше. Обращаю внимание, что уже периодично, да? То есть уже просто очень четко сказано. Ребята, губернаторы исключены из списка получателей федеральных денег неформальным путем. Хорошо, давайте на этом прервемся. Это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар, деньги, товар». На минутку мы уходим на перерыв и очень скоро вернемся. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве – надежные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод – верный и ответственный партнер на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101 FM. Мы возвращаемся в эфир. Это особое мнение Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар, деньги, товар». Меня все так же зовут Юлия Афанасьева.
Я не могу не поздравить наших соседей, жителей Удмуртии, не с тем, что у них арестовали губернатора, конечно, а с тем, что к ним назначили Александра Бричалова в качестве в Рио. Я поздравляю с оттенком черной зависти. Я не так хорошо, наверное, Юль, как вы знаком с господином Бричаловым. Я бы не стал поздравлять удмуртов с этим назначением. Потому что я, наоборот, расцениваю как уже очевидное проявление кадрового голода, который есть у нас в Москве. Бричалов – прекрасный руководитель общественной палаты. Но, извините, губернатор – это особенная профессия. У нас уже были прекрасные люди в руководстве нашей области. Кстати, тоже, которые сейчас находятся в Лефортово, тоже пришедшие к нам из общественной деятельности, прекрасные организаторы политических партий, я имею в виду Никиту Юрьевича Белых. Вот. Но, к сожалению, имеющий очень мало представления, и бизнесмены удачные, да, и при этом имеющий очень мало представления о государственном управлении, и это самое слабое, что у нас сейчас есть в данный момент, у нас очень слабое государственное управление в регионе. То же самое я боюсь, что сейчас будет, по крайней мере, какое-то время в Удмуртии. Вообще, я думал, честно говоря, когда прошла информация о том, что арестован глава Удмуртии, да, я думал, что наконец-то вопрос вот этот вот укрупнения территории решится сам по себе, и вот эти вот земли удмуртские, которые изначально были в Вятском крае, наконец-таки вернуться в свою изначальную ситуацию, да? И не надо будет искать вот какого-то нового человека. У нас есть прекрасный Игорь Владимирович Васильев, да? Он бы вполне мог возглавить этот изумительный, большой, красивый нефтеносный регион. И все проблемы наши решились. К сожалению, вот к моему сожалению, буквально прошло несколько часов после информации об аресте, как появилась информация о новом назначении. Я еще раз говорю, я очень хорошо отношусь к Бричалову, да, потому что как бы он и в Вятке бывал, и доводилось, так сказать, видеть его и слышать. Но я думаю, что в качестве губернатора это пока не лучшая кандидатура. Надеюсь, он меня опровергнет. Ну, слушайте, на самом деле он вывел общественную палату, вот если брать общественные организации, на совершенно другой уровень из института гражданского общества, который мало кто вообще воспринимал, до того уровня, когда слышат, прислушиваются и какие-то действия по итогу происходят, да? Юлия, я бы не говорил так радостно об общественной палате ни Российской Федерации, ни нашей Кировской области, потому что, безусловно, изменения происходят, люди начинают привыкать к тому, что такой орган существует. Но об ее значении, как бы я говорить не стал, что оно как-то сильно изменилось и как-то кто-то к ней сильно прислушивается. Я вот так не считаю, например. Ну, банально можно проследить. И согласись, что все-таки организовать работу общественной палаты, то есть некоего учрежденного государственного органа, и организовать работу республики с довольно-таки сложной экономикой, хотя и существующей, в отличие от нашей кировской, да, это две очень разные задачи. Две очень разные задачи. Нет, я с вами абсолютно согласна, это две очень разные задачи. Но лично я за соседей наших рада. Ну, будем посмотреть, как говорят, да, будем посмотреть. Хорошо, я тоже будем ничего, посмотреть. Я ничего плохого нашим соседям не желаю. А давайте поговорим еще про кадровые перестановки в правительстве Кировской области. Портал наблюдатель.ру сообщил о том, что якобы министр дорожного хозяйства Сергей Мошногорский отправлен в отставку. В правительстве говорят, что он вроде как находится в отпуске. И, в общем, непонятно, то ли в отставке, то ли в отпуске. Гадают все, вернется ли он оттуда, вы к какому решению склоняетесь? Мне очень понравилась фраза, которую сказал наш губернатор Игорь Васильев на съезде журналистов, где мы оба присутствовали. Не слышала там, к сожалению, Игоря Васильева. Я приехала точно, чуть ты немножко позже, да. Приехала. Он сказал очень хорошую фразу. Я слухи не комментирую. Вот. Я не уверен, что губернатор не должен комментировать слухи, но вот я точно комментировать слухи не очень люблю, да? Слухи ходят, слухи поднимаются. Сейчас у нас 5 месяцев до выборов, и ничего удивительного, что слухов будет с каждым днем все больше, больше и больше. Вот. Если господин Мошногорский не вернется из отпуска, что-то, что вполне вероятно, ну, значит, он не вернется из отпуска, значит, вместо него будет назначен кто-то другой. Слушайте, ну а как вы оцениваете? Я оцениваю его работу как абсолютно нулевую. Это другой уже разговор. Но опять же, я говорю, у нас никогда не связаны результаты работы с нахождением человека на должности. Ну, возьми нашего Александра Викторовича Перескокова. Да? Когда меня попросили оценить его работу, там этот наш ЦИК-рейтинг, я даже не нашел цифр таких в нашем. Мне пришлось вспомнить так называемую мнимую единицу из учебника математики для школы. Корень квадратный из минус одного. То есть некое умозрительное число, даже не сказать, что это число, да, то есть его нельзя назвать числом, некое умозрительное понятие. То же самое и здесь. То есть работа нашего дорожного ведомства, она нулевая. И когда там Сергей Мошногорский появлялся на публике, в том числе вот когда предполагался этот серьезный разговор, в том числе о Большом Кирове, как выяснилось, он просто очень многих вещей вообще не знает, он не в теме. Вот если он уедет,
ничего не изменится. Дело в том, что, опять же, смотри, ну что мы ждем от дорожной отрасли? Мы дорог. Ждем, чтобы, да, чтобы в этом году были вовремя и качественно сделаны дороги. Но дело в том, что мы уже пропустили время, чтобы вовремя и качественно их сделать. Как совершенно верно не заметил в этой же студии Олег Казаковцев, наш сенатор, да, о том, сколько денег будет получено областью, было известно еще в ноябре прошлого года. Это все было документально подтверждено. Область знала, что у нее будет вот такое количество средств на дороге. Ничего с тех пор не изменилось. Аукцион до сих пор не проведены. Подрядчики не определены. Время уходит. Совершенно верно, опять же, отметил Олег Александрович то, что не только нашей области дали больше денег в этом году. Дело идет к президентским выборам, дали всем больше. Соответственно, спрос на рынке на вещи, необходимые для дорожного ремонта, на битум, там, на инертные материалы, там, на гравий тот же уральский, все прочее, он будет расти, цена будет расти, за какие деньги подрядчик все это купит. И сколько тогда на этих аукционах, если они будут проводиться, поздно отыграет наш бюджет, ничего он не отыграет. То есть, понимаешь, сейчас уже от того, есть здесь Сергей, есть здесь Мошногорский, я не знаю, как его зовут, кстати, забыл. Сергей, да, вот есть здесь Сергей Мошногорский. Нет, от этого сейчас уже ничего не зависит. Вот просто нет, его не будет, и ничего не изменится. Но даже если не будет, это значит, что придет новый человек, который снова полгода будет въезжать в эту тему. И... Но если предыдущий наш, о ком мы говорим, там за 8 месяцев тему не въехал, или когда он там назначен был, я не знаю, сразу ли, или там через какое-то время, и ничего страшного не произошло, то есть ничего не изменилось, то же самое произойдет и здесь. Ну, уйдет Мошногорский, придет другой. Аукционы эти будут проведены, для этого не нужен министр. Для этого есть соответствующие специалисты в министерстве, которые все эти бумаги готовят, проводят, там подписи поставят ее и так далее. Это все надо организовывать работу, понимаешь, вне зависимости от того, есть на этом месте человек или нет, и кто этот человек. А эта работа уже не проведена. То есть мы в этом году хороших, качественных дорог все равно не получим, Юль. Это уже точно. Их снова будут класть в сентябре и в октябре под дождик, как положено. Ох... Ну, а с региона же потом за это спросят. Ну, ты знаешь, вот я думаю, что с региона-то за это спросят. Но лично с людей, которые этим занимаются, никто у нас никогда не спрашивает. У нас нет в данном случае персональной ответственности. Я много раз говорил, что в законе о правительстве Кировской области нет понятия ответственности. Там никто ни за что не отвечает по закону. Там все только курируют. Понимаешь? Курируют. А слово «отвечает»... Нет ни у кого. Никто ни за что не отвечает. А раз у него не прописана ответственность в законе, то, соответственно, ему и нечего бояться. Он ни за что не отвечает. А из бюджета, да. Дело в том, что сейчас все деньги в область поступают на основе соглашений. В соглашениях предусмотрено, что неэффективное или нецелевое там расходование средств или нерасходование них предполагает возврат их в федеральный бюджет. И более того, это аукнется не только тем, что придется часть денег вернуть, а еще тем, что в следующий год... Больше не дадут. Больше не дадут, совершенно верно. Ну хорошо, давайте еще назначение Яны Юрьевны Страузовой с вами обсудим. Не могу обойти эту тему стороной. Глубоко уважаю Яну Юрьевну, давно ее знаю, но вот не могу все-таки не спросить у вас. Яна Юрьевна сейчас курирует, насколько я понимаю, взаимоотношения правительства Кировской области со средствами массовой информации. Не так давно Яна Юрьевна работала вплотную с Владимиром Васильевичем Быковым, и работала она с ним давно, долго, плотно, и, насколько я понимаю, там был у них мир и согласие, и вдруг Владимир Васильевич отдает ее Игорю Владимировичу. Вот как такое возможно? Ну, когда ты говорила, как работала Яна Юрьевна с Владимиром Васильевичем, ты забыла сказать одно слово. Да, она работала долго, у них был мир и согласие, она работала очень хорошо. Это надо признать, что Яна Юрьевна для Владимира Васильевича сделала просто... Очень много. Немыслимые, я бы даже сказал, вещи. Это мало кто смог бы вот так изменить лицо человека, да, вот в публичном каком-то пространстве, как это сделала Яна Юрьевна. Это уже довольно давно я знаю и очень глубоко ее уважаю. Вот. И то, что она теперь направлена на более высокий уровень для решения более серьезных задач, это говорит о том, что ее профессиональные, так сказать, качества оценены. Она понимает именно так. То, что существующая ныне, то есть до нее существовавшая система работы со СМИ, проиграла войну еще до ее начала, так сказать, это ни для кого не секрет. Нет, я спрашиваю немного о другом. И, соответственно, усиливать этот фронт работ в преддверии сентябрьских выборов губернатор был просто обязан, потому что на этих выборах он должен победить. А значит ли то, что Владимир Васильевич...
извините меня за это слово, но отдал Яну Юрьевну, что Быков и Васильев договорились, и дело в том, что результаты сентябрьских выборов для Владимира Васильевича Быкова столь же важны, как и для нашего губернатора. Потому что при смене власти, если такое можно себе представить, да, если представить, что в сентябре Игорь Владимирович Васильев не побеждает на выборах, политическая судьба господина Быкова тоже становится под очень большое сомнение. Это очень легко себе можно представить и понять. Вот. Поэтому они оба заинтересованы в том, чтобы губернаторские выборы прошли без сучка и задоринки. И поэтому лучшие силы, которые у нас есть в данном направлении, а это как раз Яна Юрьевна Страузова брошены как раз на это направление. Это выгодно и Быкову, и Васильеву. А есть такое мнение, что Владимир Быков прицелился в софет? Никто не мешает любому из нас, Юль, никто не мешает тебе прицелиться в софет. И это может стать вполне себе реальностью. Если я туда прицелюсь, мне кажется, от этого никому не будет ни тепло, ни холодно. Отчего же нет? Очень многие люди, которые уходили в Совет Федерации, изначально очень скептически оценивались. Ну зачем его туда отправили? Да, ну кто он такой? Что его там отправили в почетную отставку? На самом деле оказалось, что они принесли много пользы нашему региону. Я думаю, что ты там тоже принесешь много пользы нашему региону. Мечтать не вредно никому, в том числе Владимиру Васильевичу Быкову. Ну хорошо, если он прицелился в софет, ради бога. Кто ж против-то? Не ради ли этого отдали Яну Юрьевну? Я бы сказал так. Плох тот генерал, который не хочет стать сенатором. Николай, спасибо вам за перефраз. Я думаю, что вас будут цитировать после сегодняшнего эфира. Нам сейчас нужно прерваться на небольшую рекламу. Это особое мнение Николая Голикова. Сейчас прервемся и очень скоро вернемся в студию. Программа предназначена для аудитории от 16 лет. Поддержка программы «Особое мнение» – Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. «Особое мнение» на 101 FM. Возвращаемся в эфир. Это «Особое мнение» Николая Голикова, главного редактора журнала «Товар, деньги, товар». Говорили мы в первой части программы про кадровые перестановки в правительстве области, в частности, про Яну Юрьевну Страузову, которую можно поздравить с новым назначением. Я думаю, что надо правительство области поздравить, да, с новым назначением. Да, правительство области, ну и, наверное, журналистов всех. И журналистов, я думаю, тоже, потому что вот как раз с нашим сообществом Яна Юрьевна работать умеет прекрасно. Вы сказали, что ситуацию нужно спасать, и именно поэтому на это направление... Ситуация ведь на самом деле, вот если вспомнить там последние где-то, может быть, пару месяцев, да, вот еще ведь война не началась пока информационная, вот она только-только стартует, да, вот где-то конец апреля, май, вот более-менее серьезные битвы начнутся. Сейчас пока еще только такие прицелочные выстрелы, проверочные, да, проверяют, насколько оборона сильна или слаба. А судя по тому, что у нас происходит с тем же сайтом нашего правительства, где, извините, из новостей начинают пропадать абзацы, там появляются какие-то другие вещи и так далее, появляются, то есть, когда сайт правительства области, опровергая там любовь, точнее, негативно оценивая любовь наших средств массовой информации к фейкам, сама начинает выдавать фейковую информацию, то это уже совсем никуда не годится. Да? То есть эта игра была уже проиграна, поэтому делать что-то было нужно. Итоги сентябрьских выборов на самом деле, Юль, они пока еще не столь очевидны. Дело в том, что ведь Москва требует не просто победить, а требует, чтобы представитель президента побеждал с уверенным отрывом, да, чтобы это были там, ну, не менее, там, может быть, 70%, не знаю, там, голосов, пришедших на выборы. Причем, ну так а в чем проблема, Николай? Явки. Нарисуют, не наберет, то нарисуют. Нарисовать можно из чего-то. А если работу информационную провалить, то и рисовать-то будет не из чего. Нельзя просто так взять и нарисовать голоса. Можно на основе чего-то добавить голосов, там, порядка, может быть, там, 10%. Но к нулю сколько, нуль не умножай, ноль остается нулем. Вот. Поэтому эту работу надо, несомненно, вести. А вот на данный момент, если взять то, что я, по крайней мере, вынес из общения с представителями районов, у меня в последний там, месяц получился довольно удачное на общение с представителями районов, в том числе районных глав, даже некоторые районные главы пока еще не понимают, как они будут агитировать за нового губернатора. Они просто не понимают. У них пока... А в каком плане не понимают, как будут агитировать? Идеология, механизмы, понимаешь? То есть, механизм или очень... как они будут объяснять, механизм... а почему нужно этого человека, да, вот поддержать? Они не могут объяснять, почему этого человека нужно поддержать, потому что пока выставлены две простые вещи, два тезиса. Это назначение с Путина. И второе, это человек, который изменит все, что было при Никите Белых. То есть на противопоставлении того, что был взяточник Белых, сейчас приехал честный Васильев. Это как анекдот про три конверта, знаете? Да. Но дело в том, что в народе нет восприятия Никиты Белых как плохого губернатора и как взяточника. К нему отношение вполне нормальное сформировалось, и его формировали те же самые главы. Да ведь?
И теперь вдруг они сами оказываются в сложной ситуации. Им надо сказать, что все, что я говорил вам полгода назад, это было вранье. На самом деле, тот человек, которого вы все любите, это был полное ничтожество, вор, взяточник там, который вел нас в пропасть. Вот. И сами же люди вот на такую, извините, приманку, они никак точно совершенно не клюнут. То есть, а других посылов пока нет. Каких-то реальных изменений в жизни пока нет. Я каких-то, вот как раз только что хотела сказать векторы, про дела. Какие-то векторы, по крайней мере, обозначены, что будет и как, они отсутствуют. То, что делается, делается немножко аврально и суматошно, да, если взять ту же историю с нашим лесом и так далее. Когда вот мы сейчас придем, все тут изменим, все. А к чему это приведет, пока еще никто даже не посчитал. Вот. И так далее. То есть есть затруднения у тех людей, которые всегда были проводниками как бы вот главы региона в плане избирательном, то есть именно у глав районов, там, представителей районных дум и так далее, они находятся в таком состоянии когнитивного диссонанса, скажем так, да, то есть они пока еще не очень понимают, как избирать этого человека. А люди, которые должны им объяснить, как его избирать, они, похоже, тоже сами не знают, как его избирать. И они тоже уповают на то, что есть ресурс федеральный, что вот Путин велел, и все изберут. А ситуация меняется. Это было хорошо, пока были сытые годы. Тогда не было никаких сомнений и никогда в том, что кто-то может ослушаться президента. Сейчас все гораздо сложнее, тем более в нашей бедной области все гораздо сложнее. И не факт, что если не изменить работу аппарата информационного правительства, то эта победа будет такой уж легкой в сентябре. А что бы вы меняли в первую очередь? Я не даю бесплатной консультации, Юль. Я этим зарабатываю на жизнь. Поэтому я не буду говорить ничего на эту тему. Но то, что туда пришла Яна Юрьевна, это совершенно точно правильный шаг. Николай, вы меня сегодня удивляете. Чем? Чем я вас удивляю, Юль? Я не Голиков знаю, отказывается отвечать на вопросы, это как минимум непривычно. Это очень нормально, потому что я ведь не знаю, на кого я, собственно, буду работать в предыдущие там 5 месяцев, да? Ну, у вас есть сейчас шанс себя продать, Николай? Это не самый выгодный покупатель, сразу вам скажу. А кто самый выгодный? Тоже пока умолчу. Николай, вы интригуете. Я не интригую, это нормальная практика, ну, Господи. Давайте про губернаторскую газету поговорим. Чем вам не нравится губернаторская газета? Вот вопрос-то сразу странный. Такой, чем вам не нравится губернаторская газета? Вам просто не нравится формат газеты? А вот, знаете, может быть, я не целевая аудитория, или я просто потребитель электронных СМИ в большей степени, но вам не кажется, что предвыборная газета — это какой-то вчерашний день? Юль, на самом деле, это завтрашний день. Я просто очень много общаюсь, на самом деле, с представителями районов, и даже районов вот нашего города Кирова. И более того, в том году я занимался тем, что издавал газету для жителей отдаленных территорий города Кирова. Да? Я скажу, что это могучее, самое в данный момент средство воздействия на избирателя. Как бы вы ни любили газета, электронные СМИ... Подождите, газета с рафинированными заголовками, изначально понятная, кто ее выпускает, и изначально понятно, с какой целью. Это самое эффективное средство предвыборной борьбы? Содержание газеты можно скорректировать, и оно будет корректироваться, время еще есть. А то, что вот эта вот бумажечка, которую тебе дают в руки или кладут тебе в почтовый ящик, она будет работать лучше любых других средств массовой информации в выборную пору, совершенно точно. Почему? А потому что, хотя бы начнем с того, что к электронным средствам массовой информации у большинства аудитории избирательной просто сейчас нет доступа. Их просто нет доступа. Мы ведь думаем, что вот мы сидим, у нас вот тут куча гаджетов на столе, да, вот. А если мы с тобой сидели где-нибудь там в Арбашевском районе, то они просто не работали все. Нам пришлось лезть на ближайшее дерево, чтобы кому-то позвонить. Это есть до сих пор. Эти средства массовой информации не доносят информацию до потребителя. А газета, она доносит. Причем, я еще раз скажу, такая ситуация есть не только в Арбашевском районе, там или там в каком-нибудь Верхнекамском, на окраинах, да, нашего региона. Я работал, извини за выражение, в Октябрьском районе города Кирова. Село Русское, село Бахта, прекрасные села, прекрасные люди. Они практически не пользуются электронными средствами массовой информации. Вот газета, это понятно. Телефон еще да. Причем звонки чаще всего идут с телефонов из местной библиотеки, потому что там стационарный телефончик, с него дешево можно позвонить. Поэтому без газеты там делать нечего. И совершенно правильно делает правительство, что эту тему раскручивает. Кстати, оппозиция занимается тем же самым, и тоже газетой. Нет? Ну вот пользователи соцсетей уже задаются вопросами, на чьи деньги все это сделано, кто это все оплачивает. Я думаю, что всегда найдутся люди, которые помогут представителям власти издавать газету. Точно так же, как всегда находятся люди, которые помогают издавать газету представителям оппозиции. Деньги есть для этих целей.
За счет этого они обеспечивают себе ближайшие 5 лет безбедного бизнеса. Слушайте, ну вот хорошо, газета, да, но есть такое ощущение, что там один портал «Вятский наблюдатель» и телеграм-канал «Кировский шептун» уже положили все газеты на 2 лопатки. Это ощущение такое возникает у тех, кто живет в социальных сетях. Такое же ощущение было у Алексея Навального, когда он приехал в Киров на суд, и думал, что он уже президент России. Аудитория ведь тоже есть, понимаете? Это очень маленькая часть аудитории, реально, тех, кто ходит на выборы. Это очень маленькая часть аудитории. На самом деле это там 12-15% тех, кто ходит на выборы. Остальные люди до сих пор читают районные газеты. Представляешь? Они ждут неделю, нет, ну, пока слушайте, к ним принесут районку, в район, и только то, что в они районах, там почитают, будет правдой для них. В районах я даже с вами спорить не буду. У я понимаю, что там живут области. Люди совершенно по-другому. Это 2/3 населения области. И плюс еще не добывай, что вот я тебе сказал про город Киров, Октябрьский район, там тоже не смотрят, извини, не читают ни наблюдатель, ничего, просто не читают, потому что не привыкли, во-первых, во-вторых, это дорого для них, в-третьих, недоступно. Никуда это не девается. Никуда не девается, никуда не денется. Более того, как сейчас показывают исследования, здесь я этим занялся, есть такой феномен интересный, называется феномен медленных коммуникаций. Это то, что отвергает интернет. Ну, якобы, что люди не читают большие тексты, там, так далее, там, лонгриды, все это мимо. А на самом деле это совершенно интересная отдельная часть как информационного потока. Как вы назвали феномен? Феномен медленных коммуникаций. Медленных коммуникаций, запомните так. Это слово. Это очень востребованная часть информационного потока, которая полностью выходит за рамки интернета. Там она не привита, а спрос на нее очень большой. Но медленные коммуникации вы имеете в виду как раз печатку. Дело в том, что у них нет другой возможности размещения, кроме как печатки. Они не воспринимаются с экрана. Какой, по вашему мнению, будет предстоящая губернаторская кампания? Если наши оппозиционеры, ну, я под словом оппозиционеры понимаю, понятные наши политические партии, то есть это такая вполне себе карманная оппозиция, смогут таки прийти к разумному соглашению между собой. Вы про единого кандидата? Если даже не про единого кандидата, то, по крайней мере, про согласованную политику в отношении представителя партии власти. Кандидатов может быть и больше, но если они не будут мочить друг друга, скажем так, а будут мочить, а будут все друг понятно кого, в одном направлении, то выборы будут интересные. Единого кандидата я не уверен, что кто-то разрешит такой фокус, потому что он может привести, на самом деле, к непредсказуемым итогам. Случайно победит не тот, кто планировался? Ты знаешь, в области уже есть такие случаи. Знаешь, ведь, чтобы выборы состоялись, нужно как минимум 2 кандидата. Да? Ну вот, условно говоря, на главу там поселения выдвигается человек, все знают, что он должен победить. Но он один, никто больше не хочет. Он уговаривает свою жену, чтобы она второй стала. И жена побеждает. То есть совершенно непредсказуемый результат. То есть он просто берет свою жену как технического кандидата, и в итоге он становится, извините за выражение, проигравшей стороной. Это может быть. А уже война компроматов началась? И ожидаете ли вы, ну вот, что будет много грязи? Я не думаю, что ее будет как-то особо много, потому что по большому счету стороны уже все друг про друга сказали. Ничего нового про Сергея Павлиновича Мамаева мы не узнаем. Мы уже не узнаем. Ничего нового про то, что не работает у нас правительство, мы тоже уже не узнаем. Более того, мы это видим. То есть на этом поле битва вряд ли будет особо захватывающей. А на каком поле она будет захватывающей? Вот. А вот уже на части того, что люди смогут предложить людям в плане позитива. То есть о каких-то вещах, которые можно предложить и которые реальные к исполнению. Не просто так, вот как у нас там удвоение ВВП, помнишь такую тему, да? Кстати, уважаемые слушатели, вы не забывайте никогда, что мы уже должны жить там при учетверенном сейчас ВВП, а мы все еще живем, по-моему, при полуторном, не помню точно. Когда будете голосовать в сентябре и в марте следующего года, не забывайте о том, что есть очень много обещаний, которые не были выполнены. Вот. То же самое и здесь. Уже представитель «Единой России», это у нас будет, как я понимаю, наш нынешний в Рио. Вот. Сколько уже обещаний было дано этой партии, мы тоже прекрасно знаем, и сколько из них были просто забыты как-то так случайно, мы тоже понимаем. И если вот на той части не компромата, а на той части реальных дел, то есть реальных предложений, не просто там вот я вам построю там детский сад, и вы там заткнитесь на 5 лет ближайших лет, а о реальных мерах по улучшению жизни, то есть тут не надо давать рыбу людям, надо давать людям удочки, мы вот о чем говорим. То есть о каком-то варианте развития предпринимательства в наших районах, там опять же брать, если районы. Если брать город Киров, там, ну, понятно о том, что мы уже, господи, уже нельзя жить в таком городе, как мы живем. Это просто, не знаю, какой век. Это даже не 20-й уже век.
Мы как в 19 веке живем. Осталось только приехать к Хармсу и сказать: Господи, это жопа мира. Да? Вот мы к этому уже идем. Мы на самом деле уже становимся этой самой жопой мира. Вот. И вот на этом поле интересное противостояние вполне себе возможно. Тем более я понимаю, что среди людей, которые работают сейчас в рядах, скажем так, вот этих наших оппозиционных партий, есть очень много толковых людей, которые могли бы сформировать понятную людям и реальную, абсолютно реальную программу. Так как такой программы пока у правительства нет, то они на этом поле могли бы очень много очков заработать. У нас сегодня программа получилась имени предвыборного консультанта Николая Голикова. Ну, я опять же говорю, что консультации только платные. Все, что я говорю, можно найти в общем доступе в интернете. Осталось только дать ваш телефон и обозначить тариф. И потом выйти, да, и мне тут же предъявят счет за рекламную передачу. Нет, у меня спасибо, дудки. Николай, конечно же, я шучу. Спасибо вам за эфир. Жалко, что мы не успели поговорить про рейтинги. Как? Все. Я только хотел начать самую главную часть разговора. Давайте минутку. Да нет, ладно уж, Юль. Рейтингов много, нас всего двое. Давайте еще по весну. Сейчас выключится микрофон и еще немножко про весну, хорошо? Хорошо, спасибо. Это было «Особое мнение» Николая Голикова. Программу вела Юлия Афанасьева. Всего доброго и до свидания. До свидания. «Особое мнение» на 101 FM.